А вот в самом молодом районе города в прошлом году повысилась рождаемость. При этом в Калининском многодетном. Многодетными стали почти 300 семей. Наверное, поэтому благоустройству дворов в районе уделяют большое внимание. За год удалось установить 46 детских игровых и спортивных городков. Отремонтировать 42 тысячи квадратных метров дорог. Также за прошлый год было сдано 10 многоквартирных домов общей площадью почти 150 тысяч квадратных метров. В многоэтажках заменили 79 лифтов, а в 78 частных домов провели газ. Мы должны работать по перспективным территориям, площадкам, где ведется сегодня уже застройка. Микрорайоны, ряд компаний работают с тем, чтобы создать условия для продолжения этой застройки. Здесь зарезервированные площадки, в том числе под социальные объекты. Есть необходимость строительства новых школ.